Правильно вести бизнес, уметь безупречно организовать работу и ловко управлять ресурсами. Все это теперь умеют руководители компаний, которые подтвердили свои знания по степени MBA. Сегодня более 160 бизнесменов и топ-менеджеров получили дипломы Высшей школы бизнеса «Алма-У». В полку профессионалов прибыло все эти люди, топ-менеджеры ведущих финансовых институтов, руководители крупных компаний, политики. Теперь знания делового администрирования, которые были получены в стенах Высшей школы бизнеса университета Алма-Ю, они будут внедрять на практике. Специалисты уверены, бизнес от этого только выиграет. За эти годы были выпущены более 4000 профессиональных руководителей предприятия. Сегодня выпускается 162 человека, оставлены все регионы. Мы даем профессиональных руководителей, управленцев для всего Казахстана. Срок обучения в школе 2 года. На данный момент здесь получают знания еще 4000 руководителей. Это одна из крупных бизнес-школ в СНГ. Программа MBA при этом в ВУЗе получила международную аккредитацию в Великобритании. В данном заведении представлены топ-менеджеры со всей республики. Ринат Кабдолдин, руководитель одной из алматинских консалтинговых компаний. Они берут международный опыт, то есть они привносят западные технологии. Преподавательский состав практически весь закончил международные европейские вузы. Сегодня руководством университета был открытый специальный зал «Атриум» или «Пирамида знаний». Здесь будут проводить международные конференции. Особая гордость университета – креативная зона. Это площадка для творческого развития студентов. Несколько открытых помещений, оснащенных всем необходимым. Жанна Рахимжанова, Аскар Миндыбаев, Данияр Жусупов, Информбюро, 31 канал.